Они отмечали День города или просто распивали спиртные напитки, остается только гадать. 2 августа 2018 года 56-летний мужчина с сожительницей отдыхал в своей квартире. Во время застолья возникла ссора. Мужчина, чтобы доказать, что прав, несколько раз ударил женщину по голове. Дальше как развивались события? Я успокоился, радовал, сел сюда в кресло, насупился, сидел. Я все, успокоился, все. Я говорю, он выпьем 100 грамм, ложись спать. Ну все, скандал у вас сразу. Женщина упала, но поскольку выпили они уже достаточно, подозреваемый не придал этому значения. Лег спать, на следующий день утром проснулся и увидел, что его сожительница не подает признаков жизни. В связи с чем он вызвал сотрудников полиции и скорую помощь. Прибывшие на место представители экстренных служб выяснили, что смерть женщины имеет явный криминальный характер. Подозреваемого задержали на месте преступления. Ему было предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В декабре состоялся суд. Направлен в суд железнодорожного района города Рязани, где был вынесен приговор, а именно было назначено 7 лет, 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».